Вот, ребятки, вышла снять вам погоду. Смотрите, что, снег с дождем. Фу, как сыро, мерзко на улице, холодно. Ну, люди гуляют, ничего, конечно. Прям видно, как снег падает хлопьями. Вот сегодня ночью тоже шел снег. Я думала, уже все, он раз и еще надумал падать. Вот такая вот у нас погодка. Всем большой привет! Сегодня вот на обед хочу приготовить такие у меня куриные бедрышки. Они такие небольшие, наверное, цыпленка. Хочу их запечь в духовке. В рукаве с картошечкой. Сейчас я их замариную. Так, приправки мои любимые для курицы. И вот такую тут осталось у меня для жарки мяса. И такую вот добавлю. Сейчас я их замариную. Пока у меня будет мариноваться, я подготовлю все остальное. Так, добавлю немножко майонезика нашего любимого ежика. И соевый соус. Брала в Доброцене, мне он очень понравился. 19 рублей стоит, правда, дороговато для такого маленького бутылечка. Сейчас вот подобавляю немножко соевый соус. И немножко майонеза. Пока он у меня будет мариноваться, я займусь картошкой, морковкой, луком. Все начищу, нарежу, натру. Вот такой вот у меня будет сейчас маринад стоять. Пусть вот так вот постоит. Пусть пропитается. Я пока займусь овощами. Картошку я начистила. Теперь буду ее нарезать. Нарезаю не сильно крупно и не сильно мелко. Так, средне. Картошки я нарезала. Вот сколько у меня получилось. Сейчас буду заниматься морковкой и луком. Морковку я иногда нарезаю, но сегодня я ее натру на крупной терке. Мне охота нарезать. Так, сейчас я ее всю перетру, всю морковку. Так, ну вот, натерла морковку. Добавляю сюда в картошку. Сейчас сюда еще нарежу лука. Вот у меня 3 головки лука. Сейчас я их нарежу. Ну, лук можно полукольцами. Я делаю вот так. Рецептов очень много. Как готовить в рукаве картошку с курочкой. Но я делаю по-своему, поэтому делаю так неоднократно уже, поэтому знаю, как у меня едят. Ну вот, накрошила я лука. Теперь это все дело нужно посолить немного. И еще я посыпаю вот таким ролтоном, приправкой. Так. В
Рукой все перемешаю. Руки я уже 250 раз помыла. Сейчас оно у меня тоже постоит какое-то время в приправке, просолится, а потом уже я его буду начинять в рукав. А соль нормально. Теперь можно немножечко добавить масла растительного. Чтобы не совсем уж постно прям было. Какой туда уже не хочу лезть в масло. Вот так вот перемешаю ложкой. Можно черного перчику посыпать на любителя. Кто что. Можно зелени. Все, что есть дома, можно сюда добавить. Ну все, пусть стоит, настаивается. Ну все, буду укладывать. Использую я вот такой вот рукав для запекания. Буду сейчас укладывать. Этих ленточек тут непонятно сколько. Что-то рвется. Вот такой у меня пакет получился огромный. Перекладываю на листик. Вот так вот разравниваю его. С этой стороны сейчас завяжу. Так, все, отправляю в духовку на 180 градусов, ну, примерно минут на 45. Заглянем, что у меня там. Видите, ребятки, у меня кирпичи жарятся в духовке, потому что все горит. Поэтому я, ну, хорошо жарится. Попротыкала зубочисткой и все равно надулся пакет. Кирпичи положила, потому что сильно подгорает все, поэтому кирпичи у меня в духовке жарятся. Вот такая вот у нас вкусняха получилась. Тут вообще вот даже зажарилась курочка. Курочка, картошка, морковка, свежий огурчик. Сейчас мы с детишками сядем кушать. Приятного всем аппетита. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. Всем пока-пока.